Новости. Теперь еще больше людей могут получить социальную поддержку на покупку собственного жилья по программе «Молодая семья». Об этом сообщил журналистам министр строительства и архитектуры Ставрополя Алексей Кагарлыцкий. Губернатор края Владимир Владимиров подписал распоряжение, которое позволяет бывшим участникам программы до 39 лет получить свои квадратные метры. Также речь шла о беспрецедентном случае. Размер выплаты для многодетных семей по получению главы Ставрополя увеличился с 35 до 70% от стоимости жилья. В прошлом году на реализацию этого проекта было выделено всего 16,3 миллионов рублей краевых средств. Это позволило нам 25 семей всего лишь обеспечить. Поэтому, она проблема была явная, когда в очереди у нас стояло порядка 1606 семей. В 2018 году по поручению губернатора Владимира Владимирова было принято это беспрецедентное решение о выделении дополнительных средств краевого бюджета в размере 1 миллиарда 30 миллионов рублей. Плюсом мы привлекли до 1,55 миллиардов средств федерального бюджета. Также речь шла о вынужденных переселенцах, проживающих на территории края. В следующем году на эти цели запланировано 157 миллионов рублей. Эти средства помогут улучшить жилищные условия 70 семьям. Список получателей уже сформирован Минстроем края.